Я вас поздравляю, знаю, семья большая. Виктор Томенко жмет руку первым хозяевам квартир уникального дома для переселенцев из аварийного жилья. Прежде никто за такое строительство не брался. Закон четко диктует предоставлять жильцам из ветхих домов ту же площадь, а она у малосемей специфическая. Тут сложность всего этого хозяйства заключается в том, что надо попасть квадрат в квадрат. Здесь именно вопрос звучит так. Для каждой конкретной семьи практически конкретная квартира. Семья Андрюшиных ютилась в трех маленьких комнатах в аварийном доме на Ленина 127. Но уже в этом году большая семья отметит новоселье. Планировка шикарная, мне нравится. Просторно после того, что у нас было. Светло, одним словом, чисто, все спокойно. В доме 72 квартиры. 52 из них для переселенцев из аварийного, а 18 власти края приобрели для детей-сирот. Особенный дом возвели за рекордные 5 месяцев. И он существенно поможет и продвинуть очередь, и досрочно завершить программу переселения. Не в 25-м, а уже в 23-м году. По словам властей, для этого осталось расселить всего 6 тысяч квадратов. А после перейти к новому этапу программы. Домам, признанными аварийными, уже после 1 января 2017 года. Очень хорошо, что между сегодня властями и нашими строителями, между бизнесом, с бизнесом в целом есть такое взаимопонимание важности, всей социальной важности реализуемых проектов, и удается и объекты получить хорошие, и сроки выдержать. Финансирование этой программы более 200 миллионов Виктор Петрович правительство выделяет и помогает Барнаулу, поэтому спасибо от всех барнаульцев, Виктор Петрович. Выделяйте еще денег. Самым маленьким новоселам главы края и города подарили игрушки и самокат. А взрослые представители семьи радуются самой квартире. После оформления документов они одни из первых въедут в новые стены. Радует то, что поток интенсивно сносится. Это вопрос, который мы давным-давно поднимали и говорили. Потому что сети находятся в безобразном состоянии. Мы не просто ставим квартиры, а мы меняем внутренности города. Возьмется ли застройщик за еще один такой проект, пока неизвестно. Однако сама практика показала свою эффективность. 72 семьи, годами ожидавшие переезд, наконец обретут новый дом. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.